А где у тебя орешек? В кармане? Да. Ага. Аленка прячет орешки от обезьян. Ну-ка, соображаем. Это, знаете, что она делает? Это она учит юных карманников. Чтобы они понимали, что так по нельзя, карманам конечно, надо шарить. Ну, чё, ну. Вот они и будут шарить по карманам, конечно. Мячики уже ловят, уже научила. Теперь будут еще лазать, где? Доставать все, что лежит. Где? Может, где-нибудь? Ключи от машины, кошельки. А нечего с собой таскать? Как это нечего? Гости дорогие, приезжайте. К животным нельзя с этим. Да-да-да. Ну-ка. Так. Поняла, ладно. Видела. Видела. Ай! Она тебе палец отгрызет за этот орешек. Да? Да, с Нюшкой надо покурить. Это не Эля. Что, Элечка, она ест, а тебе не дает. Ах ты! Ну, она известная жадоба, да? Это известно, что она жадина. Она... Ничего нету, да? Что, укусила сильно, что ли? Ну, она меня просто не первый раз, я уже вспомнила. А мне напомнила, что если что-то нужно, ей надо отдавать. Эй, ну что вы, ну Нюра, у тебя руки заняты и ты мешаешь Эле. Вот. А то все сразу, и орешек, все, пошла отнимать, конечно. Ну все, отняла. Я же говорю, жадоба. Обезьяна настоящая. Жадина, какая же ты жадина. Все, Эля, ждем новый мячик. Ага. А нет ничего. Под руками ничего. Да. Орех едим. Мячик забрали. Ой, какая ты мне все-таки. Кажется... Давай, Эля. Эй, молодец. А, две руки только. Сейчас отнимем. Как же так? Ну. У нее даже взгляд такой серьезный. Такой, ух, у нее что-то есть. Значит, это нужно мне. Все, наигралась. И боком-боком отжимает. Все, теперь у тебя оба мячика. Ага. Какая ты все-таки. Фу! Нюра! Ты ужасна. Ты все-таки обезьяна. Все-таки ты обезьяна, самая натуральная.